У нас получаются такие маленькие шарики. Мастер-класс по лепке баурсаков показывают члены исторического клуба из Иваново. Сегодня учат детей и взрослых. Нужно сделать тесто как бы в слои, делать, чтобы оно было слоеным. Это обваленные кусочки теста в меде. В их копилке много исторических рецептов. Они дошли до нас от авторов арабских трактатов об исламской кухне. Есть и забытые напитки, которые становятся сегодня популярными. Например, сбитень. Мы его готовим. Каждый булгар, честно говоря, многие люди попробовали. Рецепт был тоже восстановлен, рецепт был опробован. Учат тут же древним танцам и боям, проходят мастер-классы по лепке. Но не зрелищем единым, ведь фестиваль гастрономический, а поэтому здесь все жуют, дегустируют и перекусывают. А центральное место, конечно же, для чак-чака. Здесь представлено 5 видов чак-чаков. Голосование проходит анонимно, никто не знает, чей чак-чак где представлен. Пицца в печи. Чаи-балмай, шашлыки, треугольники и блинчики. Сегодня здесь много гостей из других городов. Булгары нам очень нравятся. Мы часто приезжаем. Пусть булгары развиваются. Посмотрели заповедник. Мы в полном восторге от музея. И, в общем, с нашей точки зрения, это пример для подражания. То, как надо развивать такой региональный туризм. Великолепно сделано. Сама музейная композиция и то, что фестиваль пользуется такой огромной популярностью, это просто замечательно. Есть чем заняться ребенку, можно. Расплашивать нам понравилось. Фигурки гипсовые. Фестиваль посетили более 5000 человек. Ежегодно прирост туристов в Болгар порядка 100 тысяч человек. Их привлекают как раз подобные фестивали. Последний вот это, когда как создался фонд, она же выросла где-то 15-20 раз поток туристов. И это вот новые объекты, в общем, вход Болгара ЮНЕСКО и так далее, это повлияло на поток туристов. Сейчас в прошлом году 540 тысяч где-то туристов было, а начинали мы с 30 тысяч туристов. Именно с проведением таких интересных, ярких событий поток будет увеличиваться, продолжать увеличиваться и меняться его качественный состав. То есть потенциальных. Очень много становится семейных, молодых людей, приезжающих на разного рода фестивали. Это мы убедились в том числе на фестивале «Великий Болгар». Сегодня расширяется туристическая инфраструктура. В скором времени откроется новый отель «Кулгали». Решается вопрос с увеличением кафе и ресторанов. Ну и, конечно же, в планах еще больше событийных фестивалей. Елена Веселова, Альбина Асылгараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Болгар.